2020 год объявлен президентом годом памяти и славы. Накануне Дня народного единства глава региона вручил медали в честь 75-летия Великой Победы. То, что удалось совершить нашим отцам, дедам, прадедам, подвиг собраться, объединиться и не только выстоять, а разбить самую сильную армию мира, добыть победу в самой кровопролитной войне, сохранить для нас, ныне живущих, страну и наш народ. И вот, конечно, вот эту историю, этот подвиг мы сегодня не можем забыть. И от всех, от нас зависит, как мы ее сможем сохранить, как мы сможем ее передать, как мы сможем воспитать наше подрастающее поколение. От имени депутата Брянской областной думы хочу поприветствовать и поздравить награжденных столь высокой наградой. Ваша работа действительно очень важна и значима для нашей страны, и делаете вы ее очень хорошо и успешно. Самая главная задача – это воспитание подрастающего поколения для нашей великой страны. Вручением этих президентских наград свидетельствует о высокой оценке и значимости той работы, которую вы ведете. Примите от имени аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева благодарность за вашу работу, пожелания доброго здоровья, успехов, мира, добра и благополучия. Наград удостоены директор мемориального комплекса «Партизанская поляна» Леонид Филин, руководитель областной филармонии Галина Основина, общественники и волонтеры. Церемония прошла с соблюдением необходимых мер безопасности ввиду распространения коронавирусной инфекции. Александр Новиков, Максим Кузнецов. События. Брянск.